Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня, конечно, играть не будем. Я подумал, когда буду играть, снимать по КХЗ. Но я вам обещаю, когда я буду снимать по КХЗ. А сегодня мы будем смотреть спойлеры, друзья. Да, новый спойлер уже Влада Бест выпустила. И сейчас мы его будем смотреть, да. Там появится какой-то новый костюм и какой-то питомец. Я не поняла, какой. Давайте, что ли... Интересно, есть такая вот штучка, которую можно присесть и посмотреть этот спорт? Да, хочу планшет купить, да. Еще, да. Сейчас нужно смотреть, что есть за позы. А, вот. Тут есть вот такая вот поза, которую можно сидеть. Ладно, друзья. У нас пока нету. Ребят, к сожалению, у меня 6 кристаллов, ничего страшного, друзья. Давайте будем на лавочке будем сидеть. В принципе, у нас тут есть на улице лавочка. И сейчас мы будем смотреть в поле. Интересно, планшет где-то можно купить? Или мы на телефоне будем смотреть? На вот этом телефоне, если что. Давайте, кстати, откроем капсулу. Интересно, какой же питомец попадется? Ну, открываем. Капибара, понятная. Понятно, капибара. Так, у нас сколько капибары? 2 капибары, понятно. Если бы мне еще одного голубя бы, то я бы соединила 3 капибары. Ой, 3 голубя, то есть, да. Ребята, давайте посмотрим, можно какой-то планшет купить. Сейчас мы пойдем. Давайте еще тут заберем. Чтобы мы уже наконец этот пропуск прошли. Потому что до пропуска осталось 7 дней. Да, это еще долго. Ну, будем давайте собирать этот пропуск. Да. Так, погнали. Смотрим первую рекламу. Итак, ребята. Короче, мы первый раз посмотрели... Реклама что-то у меня тут, ну. О, уже все нормально. Наверное, просто весело, я не знаю. Забираю наши монетки, 500 монет. Ой, какие 500 монет? 5000 монет, то есть. И сейчас мы будем второй раз рекламу смотреть. Погнали. Еще 2 раза посмотрим, и мы получим какой-то ободок, или я не знаю, что такое. Но, наверное, это ободок. Сейчас будем смотреть рекламу, друзья. Итак, ребята, мы посмотрели 2 раза еще рекламу, и сейчас мы заберем этот ободок, или я не знаю, что такое, но давайте заберем. Вот эта штучка, но очень похожа на ободок, я не знаю, что такое. Давайте сходим тут в переодевалку, да, наш шкафчик сходим. И где этот ободок? Вот, ребят, этот ободок, да, очень красивый ободок, да. В принципе, мне нравится. Вот так я выгляжу с ободком, да, мне очень нравится ободок этот, да. Он просто потрясающий, да, очень классный ободок. Так, пошлите покупать планшет, или интересно, он продается тут в роботе или нет. А потом мы будем смотреть спойлер, если купим планшет какой-то. Ну, хочется мне бы какой-нибудь планшет и на планшете смотреть спойлер. Сейчас смотрим. Есть тут, интересно, какой-то магазин? О, тут есть какой-то робот. Давайте пойдем туда. Так, ну тут есть мишка-лёд, еще вот такой вот планшет или вот такой. Давайте вот такой вот купим. Покупаем этот планшетчик. Да. Какой тут еще есть планшет? Больше никакие. Планшеты прикольные, да. О, нам какое-то мы задание выполнили. Сейчас посмотрим. О, спасибо за кристаллы. И за монеты.
Так, и больше ничего. Понятно. О, нам еще какой-то стикер дали. Давайте посмотрим. Настоящий игрок, да. Спасибо за стикер. Еще вот этот. Вот, какая удача, да. И нам дали вот такую желтую свинку. Свинка-копилка, да. Очень красивая копилочка. Интересно, больше тут ничего нет? Нет. Понятно. О, какое-то мы опять задание выполнили. Монеточки, спасибо. Ну, мы капибару будем прокачивать, да. Сейчас мы будем сидеть и смотреть с поля, друзья. Так, погнали смотреть спойлер. Правда, хотелось бы поехать бы на транспорте, но у меня, по-моему, транспорта нету. Сейчас посмотрим, у меня есть в рюкзачке транспорт? Есть у меня транспорт, вот такой вот у меня скейт есть там. Вот на него и поедем. Ой, куда я еду? Нужно же на лавочку приехать. Вот, мы приехали на лавочку, и сейчас будем смотреть спойлер. Давайте достанем планшет и будем смотреть спойлер, друзья. Так, сейчас мы будем смотреть спойлер. Вот, тут какие-то надписи. Ты видел мой профиль на... Вот. Ну, короче, так я написала. Капибара уже хочет пить, ну ладно. Давайте ее в следующий раз напоим. Давайте ее спрячем в рюкзачок. Так, и все. И сейчас мы будем смотреть спойлер, друзья. Погнали смотреть спойлер. Я думаю, он будет классный. Ребята, смотрим, что за спойлер у нас. Опять такая аватарка Влада Без. Наверное, спойлер будет просто интересный. Ну ладно, сейчас будем смотреть спойлер, друзья. И вам, наверное, будет интересно посмотреть спойлер от Влада Без. Ну ладно, ребята, смотрим, что же будет у нас. Hi guys. Welcome to my channel. And today, I have great news for you. Sit back, I'm getting started. Many years ago, in the city of Olympia, Greece, began the season of the games. Many countries took part in the sports tournament in different sports, which became more and more each season. In addition, during the Olympic Games, all wars stopped so that everyone could participate and watch the sports spectacle. I think our sporting event will not remain. Ребята, появится вот такой вот красивый костюм, только я не знаю, он будет стоить за деньги? Может быть, за денежки его нужно копить? Может быть, за кристаллы, а может быть, вообще за реальные деньги? Ну, я не знаю. Я думал, что за реальные деньги будет стоить. Ну, посмотрим, когда наступит, а там, блин, ну, мы завтра не будем снимать пока экзе. Я подумаю, когда я буду снимать пока экзе. Может быть, в четверг или в пятницу, я не знаю. Ладно, друзья, смотрим, что дальше будет в этом обновлении, что еще будет. Смотрим, ребята, дальше, что будет. Наверное, только... Ну, видите, сколько тут нужно смотреть? 1:40, да. Это короткое видео. Ну, ладно, друзья. Ну, наверное, там появятся два вещи. Наряд и какой-то питомец, я думаю. Или нет, я не знаю. Ну, посмотрим, что дальше будет. Ну, посмотрим, что дальше будет. Ладно, ребята, смотрим дальше спойлер. Without the attention of deities, such as the Greek goddess with silky hair, lush golden wings, and a sparkling spear. And with her... Вот, ребят, появился вот такой вот красивый питомец. Да, очень красивый питомец. Я не знаю, это кто. Это кошечка или, может быть, это лошадка такая. Ну, мне напоминает эту вот такую вот лошадку. Я не знаю.
И вот такая вот она будет, когда мы вырастем. Но я не знаю, сколько она будет стоить. Либо за монеты нужно копить, либо за кристаллы, а может быть вообще за настоящие деньги, я не знаю. Ну посмотрим, друзья, когда она станет отомновлена. Ну ладно, ребята, досматриваем дальше, да. Уже скоро Влада Бес будет прощаться, и мы, ребята, с вами будем прощаться. Я вам точно обещаю, когда я буду снимать пока XD и играть там по... Играть какую-то игру, и может быть играть с друзьями с вами, если кто-то сейчас играет, ну ладно, друзья. Ну мы в следующий раз поиграем с кем-то, может быть я сама буду играть. Ну я подумаю, может быть все-таки в четверг, я не знаю, ну я подумаю, когда буду снимать еще ПКХ, да, ну ладно, ребят, смотрим, что дальше будет в этом обновлении. И, наверное, Влада уже бит будет вам... Наверное, будет потом Влада Бит прощаться. И мы, ребята, с вами будем тоже прощаться. Ну ладно, ребята, смотрим, что дальше будет. А может быть, вообще уже не будет? Ну ладно, ребята, досматриваем спойлеры. Comes a magical pet, the Hippogriff, into the world of PKXD. A combination of horse and e... Ребята, ну мне напоминает это вот, вот такую вот лошадку, да. А может быть, это не лошадка, я не знаю. Ну посмотрим, когда она станет, то там на блин. Ну ладно, ребята, досмотрим спойлеры уже. Features. Creating an impressive hybrid creature with strong, muscular legs and the head of an eagle. Guys, don't forget to... Да, уже закончилось. Сейчас девочка будет с вами... Сейчас девочка будет прощаться, и мы, ребята, с вами тоже будем прощаться, друзья. Post your photos on Instagram with the hashtag GossipXDGames for a chance to win incredible gifts. I really like XD games. Bye. Так, ребята, девочка уже с вами... Ну, девочка уже прощается, и мы сейчас будем с вами тоже прощаться, друзья. Ладно, сейчас будем с вами прощаться, друзья мои дорогие. Ребята, спойлер закончился. Ну, красивый спойлер. О, что-то я на планшет туда его поставила, но ничего так. Друзья, это же всего лишь игра, не в реальной жизни. Ну ладно, ребята, я буду с вами прощаться. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. И всем пока-пока. Мои дорогие друзья, я вас всех люблю и всем пока-пока, мои дорогие друзья. Кстати, тут ко мне какой-то человек подходит с голубем, да. Я еще попробую меняться с ним. С ней, то есть. Так, давайте я и голубя. Не хочет меняться, ну ладно, ну и пожалуйста. Ладно, ребята, я с вами буду еще раз прощаться. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, напишите комментарии. Всем пока-пока, мои дорогие друзья. Я вас всех люблю. И всем пока-пока. Напишите в комментариях, спойлер классный, мне понравился, да. И понравился костюм и этот неизвестный питомец, да. Это все-таки, наверное... Единорог был. Я не знаю. А может быть вообще пони. А может быть вообще лошадь. Я не знаю. Ну посмотрим, когда наступит это внутри. Но я вам точно обещаю, когда буду снимать ПКХ. И всем пока-пока, мои дорогие друзья.